Давайте распаковку чек. Ой. Так, это правая, это левая рука, телефон старый. Как я погуляла хорошо, сходила к Лёшке в магазин, жилетовский иди, идти, Лёха товару навёз, всё там, всё. Распаковка чек. Забыла это, воды простой купить, чтобы бутылку поменять. Ой. Так, это кошелек. Кошелек. Все, постирала. Картошку почистила. Сейчас буду картошку жарить. Так, взяла котлеты. Свинья говядина. Очень вкусные. Не первый раз беру. К сковородке не прилипают. Так, колбасу взяла 124. Советская последняя. Сервелат карельский. Я хорошо, качество с 54-го года. 124, хорошее это. Так, ребят, почему я хлеб взяла? Сейчас я вам покажу половинку. Так, привез он, девки жилетовские, привез он рулеты курильные. Курильные. Рулет куриный, королевский деликатес. Он стоит 470, это на 150 рублей у меня. Там товару жилетовские. Во! Леха, респект тебе. Почему я хлеб взяла? У меня что там есть? Селедка такая в упаковке. Ей ничего не будет. Жилетовский привез он скумбрию холодного копчения. Вот она, детки. Ой, это бомба. Ой, скумбрию, это как его? Господи, привез он скумбрию, идите. Ну, скумбрию я недавно ела я. Мойву привез он, детки. А скумбрию привез тоже. Там сколько на витрине? 5, 6 или 6, 5 или 6. Я не стала брать скумбрию, так как я ее ела. Вот что он еще привез. Ой, детки. Мойва копченая. Ой. Бомба, девки. Сейчас я картошки уже почистила. Сейчас я поем. Девки, это бомба, девки. Что здесь? Там товар сегодня Надюха, последний день. Она вчера и сегодня. Надюха там сегодня работает. Девкин, жилетовский, идите. Там столько товару навез Леха наш. Я не знаю, забыла, насколько мне эта рыба повесилась. Девки, ребят, жилетовские. Надюха раскладывает товары, идите. Там помидоры и яйца, что только нету, там раскладывает она. Вот эти котлеты хорошие. Надюха машину себе еще купила, третью. Молодец. Так, что здесь? А нету икры, гляньте, хотела с икрой. Или есть. Ладно, все. Дети, поэтому и хлеба взяла. Ой, девки, какая... Девки, это бомба. Ребят, жилетовские. Бабы, идите. Выпечки нету, завтра будет. Галина Михайловна. Девки, все, буду картошку жарить, уже почищено, все. Давайте ждите мукбанг, ваша легенда интернет, Ольга Валерьевна. Ждите мукбанг.